Сотрудниками полиции мужчина был привлечен к административной ответственности по статье «Самоуправство». Также недобросовестному застройщику было выдано предписание о прекращении незаконного строительства. Однако в ходе повторной проверки сотрудники полиции установили, что местный житель не только не прекратил строительство, но и активно продолжил его. По решению суда соучениц был подвергнут административному аресту на 3 суток.